Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Давно собирались сделать с вами интервью, но все никак не получалось. А люди просят об этом. Получаем шквал обращений. Многие хотят вас увидеть, но вы все время заняты, поэтому никак не получается выкроить день для беседы. Поэтому решили избрать для интервью такой современный формат. Тем более мы с вами находимся в разных странах. Мы в Минске. Вы же сейчас находитесь в командировке. Хотелось бы начать с такого вопроса. Где именно вы находитесь? И почему вы так долго не выходили в эфир со своими видеоблогами, которые так полюбились подписчикам вашего канала? Здравствуйте! Я нахожусь далеко от моей родины, в командировке в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь очень плотный график, поэтому на блоге остается не так много времени. Хотя я присутствую в социальных сетях. И я, и мои помощники размещаем достаточно много информации о нашем общем деле. Но на то, чтобы просто вести блог, времени не хватает. В настоящее время делиться мыслями о происходящих событиях и о жизни в целом – это, наверное, не главное. Сейчас нужно рассказывать о том, что мы делаем и каких результатов достигли. Здесь напрашивается следующий вопрос, он тоже интересует многих. Несмотря на то, что на сайте центра USKY в Шардже и на сайте ЗАО «Струнные технологии» выходят новости, люди хотят из первых уст услышать о самом важном, что произошло за последнее время. Я бы начал с Объединенных Арабских Эмиратов, раз вы сейчас там находитесь. Чем там занимаетесь? Что можно сказать о ходе реализации проекта? Сейчас я нахожусь в одном из наших офисов, который расположен в свободной экономической зоне Дубая. Ведется работа в рамках маркетинговой кампании, которая нацелена на развитие наших проектов по всему миру. Именно поэтому я здесь. Мы работаем над многими проектами, но рассказать об этом более подробно не могу по ряду причин. Ведь никто не отменял конкуренцию. И чем мы ближе к выходу на рынок, тем сильнее ощущается конкуренция. Тем более, что в большинстве стран, в том числе благодаря нашей активности, включая наше участие в выставке Экспо-2020, стали понимать, что будущее за транспортом второго, а не первого уровня. Для этого есть целый ряд причин. В частности, мы видим это, глядя на пример канатных дорог. Раньше их использовали для грузоперевозок, а также в качестве аттракционов и туристического транспорта в горной местности. Сейчас канатные дороги все больше рассматриваются как городской транспорт. При этом у них значительное количество недостатков. Например, у канатных дорог ограничена длина трассы. Она не может быть больше длины выпускаемого промышленностью каната. Если маршрут длиннее 10 км, то необходимо прокладывать новую трассу, а пассажирам делать пересадку. К тому же, это не самоходный транспорт. Кабинки тянутся самим канатом. Это требует больших энергозатрат. Мы знаем это, так как сейчас мы работаем в ряде стран, где канатные дороги рассматривались как приоритет. Вот, например, еще данные, которые мы получили от них и которым сами несколько удивились. Я предполагал, что канат требуется заменять каждые 10 лет. Но нам сказали, что канат нужно заменять каждые 3-4 года. Ведь в тропиках, где высокая влажность и в воздухе содержатся морские соли, канаты очень быстро ржавеют и выходят из строя.
Представьте себе, если канатная дорога будет работать 100 лет, то ее придется 30 раз полностью останавливать для замены канатов. У канатных дорог есть много и других недостатков, которых нет в наших струнных технологиях. Транспорт UST – это самоходный транспорт. Фактически, это разновидность трамвая. Стальные колеса движутся по стальному рельсу. Несущий элемент – струнный рельс, который защищен от механических повреждений и климатических воздействий, влажности, коррозии и так далее, бронированным корпусом и композитным материалом. Энергетические потери при движении стального колеса по стальному рельсу в 5 раз ниже, чем при качении колеса по канату. У струнных технологий есть ряд других преимуществ. Одно из них – струнный транспорт дешевле, чем канатные дороги, что кому-то может показаться странным. Тем не менее, мы ведем переговоры во многих странах, в которых ориентируются на канатные дороги. И там говорят, что стоимость канатной дороги за километр составляет около 20 миллионов долларов. Мы всегда отмечали, что стоимость струнных дорог более низкая. Конечно, все зависит от местности, через которую проходит трасса, от высоты путевой структуры, длины пролетов и других факторов. Стоимость может составлять около 7, 8, 10 или 15 миллионов долларов, но никак не 20. Наша технология дешевле, лучше, надежнее, долговечнее. В период проведения Экспо 2020 мы приняли у себя очень много делегаций. И сейчас я могу рассказать, что в результате этих встреч мы уже работаем над реализацией коммерческих проектов, которые зародились в результате этих встреч. Именно по этой причине я нахожусь здесь. Повторюсь, что с этих встреч началась активная работа, требующая моего личного присутствия. Выставка проходила недалеко от нашего центра U-Sky, поэтому гости Экспо могли легко добраться до нас, чтобы увидеть технологии UST. Мы воспользовались этим максимально эффективно. Я сам выбрал такой формат. Хотя нам и предлагали разместить стенд в павильоне Экспо 2020, но это стоило бы около 10 миллионов долларов. При этом мы бы не смогли продемонстрировать действующие трассы и не смогли бы дать людям возможность проехать в транспорте. Посетители выставки увидели бы нашу технологию только на экране, на плакате или в рекламном буклете. Поэтому был выбран такой формат. Мы сделали свою выставку в Шардже рядом с Экспо. И за время Экспо 2020 нас посетили более 100 делегаций. Это представители крупного бизнеса, более 500 человек. Политики мирового уровня, более 50 человек. Послы и дипломатические работники в ранге консула, более 40. Губернаторы регионов, мэры городов и государственные чиновники высокого ранга, около 1000 человек. Министры – более 30 человек, члены королевской семьи и король. Да, нас посещал и король. Он прокатился на юнимобиле и был очень впечатлен. Безопасность сертифицированного струнного транспорта не вызвала вопросов даже у королевской охраны, поскольку наш комплекс сертифицирован и может возить даже королевских особ. Перечислю хотя бы часть стран, из которых к нам прибыли делегации. Это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, США, Канада, Бразилия, Мексика, Германия, Турция, Египет, Индия, Пакистан, Вьетнам, Ирак, Катар, Казахстан, Кыргызстан, Руанда, Малайзия, Индонезия, Китай, Иран, Швейцария, Украина, Литва, Латвия, Чехия, Румыния, Эстония, Нигерия, Колумбия, Хорватия, Тунис, Перу, Лесото, Доминикана и другие страны. Их было более 60. Большинство визитов привели к серьезному интересу к
транспортно-инфраструктурным решением Юницкий String Technologies. С представителями большинства перечисленных государств началось активное взаимодействие, касающееся реализации адресных проектов в этих странах. К этому процессу подключилась наша головная инжиниринговая компания, расположенная в Минске, ЗАО «Струнные технологии». Работа включает в себя десятки направлений, десятки адресных проектов. Это и грузовые транспортные системы, и городские, и междугородние. Поэтому естественно, что именно инжиниринговые ресурсы группы компаний, проектный офис, играют на текущем этапе ключевую роль. Но маркетинговая компания в Дубае, в офисе которой я сейчас нахожусь, также выполняет важные функции. В основном встречи с клиентами проходят здесь. Но также переговоры ведутся и в Шардже. Есть и те, кто приезжает в Марину Горку, чтобы увидеть, как работают наши комплексы в северных широтах, где бывают морозы и снег. Global Star Club. Возможности безграничны.